Республиканское патриотическое движение «Жас-Сарбас» создано в 2018 году с целью усиления патриотического воспитания молодежи. И с первого дня к движению присоединились тысячи юных казахстанцев. Сегодня организация насчитывает в своих рядах около 100 тысяч человек. В канун Нового года городской филиал подводит итоги года и отмечает победителей республиканских соревнований. Это мероприятие было организовано при содействии городского департамента по делам обороны и управления образования Шымкента. Отметить успех мы пригласили победителей республиканских конкурсов патриотического воспитания учеников шымкентских школ. Поздравить отличников патриотического воспитания сюда также приехали ветераны афганской войны и участники боевых действий на таджикско-афганской границе. Ярасыл Урал, ученик 10 класса 24 школы, участвовал в республиканском онлайн-квесте, посвященном Дню Конституции. Шымкент в этом состязании представляли 10 учеников этой же школы. Ярасылу удалось показать один из лучших результатов и завоевать третье место. Квиз-тест. У нас был квест-тест на знание Конституции Казахстана. Там было 30 вопросов. Они касались истории Казахстана, вопросы по Конституции Республики. Когда она была принята, какие в ней есть статьи и о чем они гласят. Я ответил правильно на 19 вопросов и занял третье место по Республике. Все победители конкурсов патриотического воспитания были отмечены грамотами и призами. А в заключении торжественной церемонии состоялся праздничный концерт. Данияр Худайбергенов, Ерлан Бексаидов, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании «Отрар».